поднять себе настроение в дождливую погоду с помощью танцев и зажигательной музыки. Сегодня химчане это делают под руководством Светланы Седовой. Преподаватель хореографии начала танцевать в 4 года. Уже в студенчестве стала чемпионкой мира в номинации «Танцевальное шоу». Потом 8 лет проработала артисткой балета, объездив с гастролями всю страну. Я хочу показать, что все могут танцевать, что танцы – это… Лично для меня танцы – это средство поднятия настроения, хорошего настроения. Вот я хочу поделиться своим хорошим настроением с жителями Химок. После разминки приступили к разучиванию движений. Всего полчаса, и позитивный заряд обеспечен. Посетить подобные мастер-классы может любой житель Химок. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.